Матриарх, мы обнаружили выброс энергии пустоты из недр храма. Наведитесь на место. Тебе не враг, темный тамплиер. Выслушай меня, матриарх. Ловушка Амуна захлопнулась. Ваш лидер в опасности. Думаешь, мы глупцы? Сейчас важно лишь то, что Амун открыл врата в пустоту. Из них сочится тьма. Она погубит вашего лидера и любого, с кем вступит в контакт. Я проведу вас к Арданису, прежде чем его настигнет эта судьба. Мы можем отразить натиск темного. И я должна поверить, что, освободив тебя, не получу удар в спину? Мы тратим время. Опусти клинки. Я Алара, высший посвященный Далдаримов. Амун предал мой народ. Если ваш иерарх выживет, он поможет свершить месть. Решай, матриарх. Веди нас к Артанису. Разумно. Матриарх, я активировал дополнительную защитную систему. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Ну что же, привет, дорогие друзья. Продолжаем проходить StarCraft 2. И, как всегда, побеседуем со всеми нашими друзьями, которые находятся на корабле. Брахана! Брахана! Вы искали Ульнак, и вы нашли его, колыбель жизни. Здесь все начиналось, здесь и закончится. Что вы хотите здесь найти? Спасение. Все, что вы здесь найдете, свидетельство провала плана Зелнага. Я несу дар избавления в забвении. Так, ну... Не веселит меня данный теперь разговор. Теперь у нас есть звездные истребители. Взгляни на них, иерарх. Так, а давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Иерарх, к нашей армии присоединились чистильщики. Видимо, пока что они готовы служить тебе. Небеса зовут. Так, Феникс. Он может у нас наземные юниты атаковать. Поднимай гравитационным лучом. А Корсар специальные ракеты выпускать, чтобы также убивать наземные цели у нас. Такое магнитное поле. Дестабилизационная сеть. Давайте Корсаров выберем. Матриарх, ключ начал поглощать энергию пустоты с невероятной скоростью. Значит, Далдарим говорит правду? Храм переполняет энергия пустоты. С каждой секундой угроза подступает все ближе. Пусть я ему не доверяю, но все указывает на то, что он прав. Врата в пустоту действительно открылись.
Можно ли установить, где точно находится Артанис? Нет. Мощные потоки энергии делают нас практически слепыми. Тогда, несмотря на все мои опасения, нам придется положиться на Долдарима. Спасибо, Артанис. Тьфу. Каракс. Опять нас обрадовали. Так, а какие у нас новые системы? Массовая телепортация. Ну, это хорошо для защиты базы. Если что, можно всех портануть сразу туда. Можем поглощать газ. Наверное, солнечное копье лучше выбрать, да? Как у нас по урону-то? Давайте солнечное копье выберем. И весь солярит мы распределили. Так, ну как у нас лишний солярит появится, на перезарядку щитов вкинем. Я думаю, стоит выступать на задание, всех мы уже расспросили. Твой иерарх, похоже, и не подозревает о грозящей ему опасности. Если ты хочешь, чтобы он вернулся в целости и сохранности, отправляй войска по этим координатам. И вроде ачивки тоже божеские. Но я думаю, это выполним. Вперед! Эта дорога приведет твои войска к Артанису. Я сделал все, как обещал. Передай своему иерарху, что я буду его ждать. Матриарх, наши высшие тамплиеры вызвались помочь тебе. Утрату Кхалы вынести нелегко, но мы снова готовы сражаться. Тамплиер, я благодарю вас за отвагу, проявленную в столь тяжелое время. Мы спасем нашего иерарха. Не беспокойтесь, конечно, спасем. Мы выстоим. Будем. Братья, вызовите псионный шторм. Пусть эти рабы гибридов ощутят на себе ярость тамплиеров. Да без проблем. Протосы идут. Наша цель ведет к... Так, с ними мы справились. Сосредоточены. Без каких-либо проблем, это очень хорошо. За Артаниса. Так, на карте ничего у нас не валяется интересного. Так что нам надо... Я слышал о фантомах тиранов. Хаотичные, необученные. Замкните их поток псиэнергии способностью противодействия. Они этого не выдержат. Ну, я надеюсь. И шторм нам здесь не пригодился. Отлично. Будет исполнено. Мы уже, наверное, подошли к Артанису. О, а они тут дерутся. Тамплиеры, ко мне! Быстро! Сюда, мой рой! Идет к единению. Все хорошо, да? Варазун, вы прибыли как раз вовремя. Амун открыл портал в пустоту, и его надо закрыть прежде, чем нас разорвет на части. Согласна. Мой рой примет на себя основной удар сил Амуна и выиграет время, чтобы вы смогли закрыть портал. Врата
черпают силу из этих кристаллов пустоты. Чтобы закрыть портал, нам нужно их разрушить. Так сделаем же это! Так, а нам надо отстроить базу. Ладно, хорошо, отстроим. Не хватает минералов. Будет исполнено. И прямо на входе в базу стоят враги. Наша цель ведет к единению. Там у нас тираны, да? Артанис, к моему улью приближается тьма. Надеюсь, ты готов отключить кристаллы. Я пошлю на помощь столько зергов, сколько смогу. Сражайся изо всех сил, тамплиер. Так, и здесь мы с маленьким отрядом разобрались, по крайней мере. Да как интересно, зерги будут тьму сдерживать. Она их всех там сожрет потихоньку. Ну, по крайней мере, зерлинги нам помогают, это хорошо. Они нам и карту откроют, покажут врагу. Поможем же малышам. А там барак, кстати. Так, быстрее стройтесь. Мне нужно больше ресурсов. Гидролисков бы, что ли, отправила. Мой клинок. Зерлинги хорошо. Гидролиски еще лучше. Но мы сделаем так. Ага, мы теперь можем по площади. Как-то я поспешил. Я обнаружил несколько источников энергии, спрятанных на территории храма. Похоже, это древние сосуды Зелнага. Если ты их найдешь, я использую их энергию, чтобы высвободить дополнительный соларит из солнечного ядра копья Адуна. Так, а где эти контейнеры? Нам не покажут, да? А эта малышня все пытается сожрать всех. Но как-то у нее плохо получается. Очень плохо. Наш дух несокрушим. Так, ну давай потихоньку отстраиваться. Так, я думаю, столько пилонов пока хватит. Наша сила послужит тебе. Там бегают маленькие зерлинги, ну а мы, наверное, этот спуск немножко поохраняем. Моя И газ. Аракс, мы нашли один из сосудов Зелнага. Приготовься к транспортировке. Невероятно. Спустя тысячелетия эти устройства все еще полностью заряжены. Будет исполнено. Мы продолжим поход. Так, а тут у нас Талдарими и фотонная пушка. Я внемлю зову. А справа люди. Нам нужен еще один гейзер. Что ж они так медленно строятся? Наша сила послужит. Мы выстоим. Ну давайте же. Thank you.
Избранные, убейте этих еретиков во имя Амуна! Да-да. Мы тоже вас всех любим. Так, а здесь у нас будет склад из пилонов. Что нужно сделать? Зерлинги, теперь вы нам помогаете. Наш дух несокрушим. Я готов. Так, пилон у нас троится, отлично. Мой рой выдвинулся к кристаллу. Присоединяйся, Артанис. Это вот этот вот, вот. Четыре штучки? Ну-ну. А, не, вот. Но как-то все равно маловато. Керриган. Мало, очень мало. Так. Защитники этого кристалла пали. Артанис, пусть твои воины уничтожат его. А Рой пойдет дальше. Хорошо, хорошо. Сейчас уничтожим. Поставлю только строительство. Так, газ у нас уже потихоньку добывается. Ну, а тут неплохая армия собралась. Пустота потихоньку есть, Керриган. Нам надо торопиться. Так, ресурсы у нас есть, так что нужно еще пилонов. И построим больше врат. Я думаю, 70 штук хватит. Пока. Ну что же, ждем, пока это все построится. И у нас уже почти предел лимита. Я имею в виду, что максимально обеспечение у нас на 182 юнита. Ну или очка обеспечения. Максимально 200. Так, ну и тыкнем на всякий случай пушку. Хоть и тут постоянно бегают зерги, но все же. Наша сила поспала. И у нас есть 8 врат. Это замечательно. Так, и кибернетические ядра нам тоже пригодятся. Так, а сюда ткнем пилон. Вне зоны видимости. Мы вновь сосредоточены. Наш дух несокрушим.
Так, ну давайте сталкеров. Куда же без сталкеров-то? Я здесь. Так, и нам не хватает минералов. Здорово. Теней. Ну ладно, хоть какая-то армия у нас есть, по крайней мере. Я повела свои войска к Кристаллу. Если хочешь, у меня еще остались приглашения на вечеринку. Я буду только рад. О, и сама Керриган идет. Ультралиск. Неплохо, неплохо. Наш дух несокрушим. Так, ну а мы сломаем этот ключик. Кристалл уничтожен. Сенсоры показывают наличие еще трех иерарх. Наша цель ведет к единению. Не переживай, мы с ними тоже разберемся. Слуги мои, когда расправитесь с ними, двигайтесь дальше. Тамплиеры займутся кристаллом. Будет исполнено. Вот и без нас Керриган здесь все разрушила. Но я думаю, все кристаллы она не успеет все-таки уничтожить. Мы разрушили два кристалла. Не думаю, что войска Амуна так легко отдадут нам два оставшихся. Гибриды готовятся атаковать наш Нексус. Занять оборону. Где? Где? Олох-Натал. Так, идем к Нексусу. Наша цель ведет к единению. Немного подождем их атаки. Так, пусть часовые нам щиты Атарис перезаряжают. Быстрее отключай кристаллы пустоты. Мой улей получает повреждения. Артанис, я отступаю к улью. Мне нужно время, чтобы восстановить армию. Хорошо, хорошо. Я не препятствую. Наша цель идет к единению. Недостаточно энергии. Мы продолжим поход. Жирные эти гибриды. Тебе. Так, с атакой мы разобрались. Осталось еще два ключа. Ну давайте с зергами вместе. Так, и у нас бессмертные подоспели. Что ты предложишь? Здесь, среди теней. И еще немного сталкеров. Мы выстоим. Энтарота Садар. Твоя служба продолжается. Сардан. Так и здесь гибриды. Мы продолжим поход. Мой рой выдвинулся к кристаллу. Присоединяйся, Артанис. Я рад. Но мы тут уже тоже разбираемся. Кристалл больше никто не защищает. Наши воины ждут команды, чтобы уничтожить его. Так, и третий ключ разрушен.
Отлично. Остался еще один. И портал теряет стабильность. Мы должны разрушить последний кристалл. И побыстрее. Так, а здесь у нас база Талдаримов, да? Воины, перехватите их! Продолжается. Будет исполнено. Эх, танки. Танки, танки. Но они нам не преграда. Я внимаю зову. Недостаточно энергии. Тамплиеры хороши, но энергии у них, ну, уж очень мало. Враг познает нашу ярость. Так, а здесь у нас, скорее всего, база тиран. Или нет? Там у нас ключ. Мы все равно. Будет исполнено. Сначала поднакопим силы. Лок-натал. Кстати, да. Мы захватили второй энергетический сосуд Зелнага. Судя по показаниям датчиков, остался еще один. Артанис, сосредоточься на кристаллах пустоты. Базы противника могут подождать. Хорошо, хорошо. Я не против. Мы продолжим поход. Так, а где у нас третий? Моя служба продолжается. Точнее, третье последнее хранилище-то. Два мы нашли. Я здесь, среди теней. Я здесь. Не хватай! Воин пробудился. Все, воины пробудились. Совсем я про пушку-то забыл. Будет полнено. Да, тут посерьезнее у нас охрана-то. Ну ничего, и с ним мы тоже справимся. Наша цель ведет к единению. Мой рой выдвинулся к кристаллу. Присоединяйся, Артанис. Да-да. Враг познает нашу ярость. Так, где у нас третье хранилище? Мы захватили последний кристалл. Разрушьте его, вот и оно. Победа будет наша. Нам надо сюда. А потом кристалл. Не обижайтесь. Керриган, только не обижайся. Я внемлю зову. Каракс, это последний сосуд. Ясно. Переношу источник энергии на борт. Мы продолжим поход. Теперь можно и ключ уничтожить. Я внемлю зову. Воины, держитесь подальше от щупалец тени, иначе они поглотят вас. Я понял уже. Но миссию мы прошли, так что портал закрыт. Тени нам больше не будут. Опасно. Против Амуна и положим конец той тьме, которую он несет. Славная была битва, Керриган. Оставайся с нами. Вместе мы отправим Амуна обратно в пустоту. Мой рой разбит, Артанис. Мне нужно время, чтобы его восстановить. У нас нет времени.
Амун порабощает мой народ, поглощает его эссенцию. Я не могу ждать. Тогда поступай, как я. Собирай союзников, подчиняй противников, делай все для победы. На войне не до хороших манер. Мы с тобой очень разные. Тем не менее, я благодарю тебя. До встречи. Ну все, данная миссия пройдена. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.